Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как я отмечал вчера, эта пятидневка обещает быть довольно интересной на новостные события. Мы должны это иметь в виду. Соответственно, это очень, скажем, важно для тех трейдеров, которые, понимая, чем чревато злоупотребление рисками, все-таки открывают позиции в надежде на то, что расклад, опять же, сил окажется в пользу того сценария, который прогнозируется. Я настоятельно рекомендую, друзья, как и всегда, собственно, контролировать риски, даже несмотря на то, что вы уверены в том, что с валютой должно произойти именно то, что вам кажется должно с ней случиться. Потому что на текущий момент, в принципе, уже стало ясно, еще с конца прошлого года, мы вынуждены работать не в совсем тривиальной среде. Это рынок на текущий момент, который полон катаклизмов, который полон форс-мажорных событий, в корне ломающих привычные представления о том, что на площадках должно происходить. И мы, конечно же, должны корректировать свои планы в связи с этим, но все-таки не стоит забывать также и про простые прописные истины такого фундаментального толка, то, что форс-мажоры, они, безусловно, случаются, их нужно пережидать, а потом рынок все-таки уравновешивается и возвращается к более-менее оправданным и логичным движениям. Поэтому каждый раз, когда я имею возможность дать вам какую-то рекомендацию, конечно же, подразумевается, что речь идет о долгосрочном трейдинге, потому что, на мой взгляд, краткосрочная торговля, она априори не может быть состоятельной, тем более, если отталкиваться от каких-то отдельных, локальных, одномоментных отчетов. Эта неделя, безусловно, довольно-таки интересная. Сегодня мы следим за данными по инфляции в Англии, точнее, слушание отчета по инфляции, прогнозы. Важнейший индикатор, мне кажется, сейчас для английского региона, потому что на основании будущих, опять же, ориентиров по инфляции, того, что может произойти с этим показателем, мы можем прикинуть, чего ожидает Банк Англии относительно будущих показателей потребительской активности? И будут ли значения инфляции влиять на денежно-кредитный курс, которым сейчас руководствуется Банк Англии? В четверг, друзья, у нас, хотя еще сделаю ремарку, в среду у нас протоколы ФРС США и снова пересмотр, опять же, границы вот этой дороги американского регулятора касательно повышения процентной ставки. В четверг у нас ОПЕК, а в пятницу целая куча блока макроэкономических отчетов по штатам, которые еще больше должны подготовить нас к фактическому решению со стороны ФРС, которое будет принято вот уже постфактум двухдневного заседания 14 июня. Нас, конечно же, интересует долгожданное повышение процентной ставки. Обо всем по порядку. Давайте поговорим про нефть. Актуальные котировки на текущий момент 53.63. В целом, если говорить про вчерашнюю торговую сессию, то локальный максимум, который мы могли наблюдать по дню, он же стал максимумом за последний месяц. Почему? Потому что трейдеры продолжают закладываться под ожидание продление действия энергетического пакта сразу на 9 месяцев, то есть до марта 2018 года. Об этом стало известно еще в ходе прошлой недели, прямо в понедельник, когда министры энергетики Саудовской Аравии и России сделали совместное заявление о том, что они являются лоббистами этой идеи, и не сомневаются в том, что ее поддержат другие представители и ОПЕК, а также регионы вне этого картеля, но участники энергетического пакта. И вот, собственно, заявление вчерашнего дня снова со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии, еще министра энергетики Ирана, о том, что они уже фактически готовы поддержать эту инициативу и считают то, что нету сейчас в рамках тех регионов, которые поддержали соглашение в прошлом году, какой-то формирующейся оппозиции. То есть на встрече в Вене, которая состоится уже в этот четверг, неформальная встреча, формальная, да не важно уже, потому что решение о том, чтобы продлить действие
генетического пакта уже принято. То есть с этим нужно уже смириться, это нужно воспринимать как должное, никаких форс-мажоров нету, и нету радикально настроенных регионов. Ну, наверное, регионы все-таки есть, но силенкам не хватит, чтобы перетянуть и изменить позицию той же самой Саудовской Аравии, которая является лидером мнений. По сути, вправе и имеет возможности навязывать свою позицию другим регионам. Если говорить про объемы соблюдения квот и обязательств в рамках прошлой договоренности, то, как вы помните, цифра как была зафиксирована в 90%, так вот, собственно, выше никак не удается пойти. И сейчас на рынке есть и оптимисты, я даже знаю трейдеров, которые сейчас очень большие надежды питают по факту потенциального пролонгации этого контракта. Считаю то, что рынок нефти все-таки удастся ребалансировать. Но здесь мне остается только развести руками, и не хочется даже возражать, потому что я пытаюсь это делать из недели в неделю, из месяца в месяц, и привожу конкретные аргументы, доводы, почему сделка вряд ли будет эффективна. Но у людей есть еще такая осознанная позиция, может быть, на уровне какого-то вербального восприятия, что на рынке должно что-то измениться и в позитивную сторону. Я не хочу лишать людей того позитива, который присутствует в позиционировании. Поэтому сейчас мне просто приходится обозначать тот факт, что есть альтернативный сценарий, как и всегда в отношении любого инструмента, что движение может быть либо вверх, либо вниз. Сейчас, безусловно, мы ожидаем серьезную волатильность, потому что на повестке такое важное событие, как заседание ОПЕК. Но мое мнение, рынок нефти нужно распродавать по всему спектру активов. Это и по контрактам Brent, и по контрактам WTI. И почему? Потому что те отчеты, которые мы получали в последнее время, опять же, само признание даже со стороны ОПЕК, то, что их усилия не привели к тем результатам, которые они хотели видеть. Вот уже 4 месяца в этом году прошло, а, к сожалению, проблема перепроизводства, переизбытка, она так и не решена. По-прежнему нефти очень много, больше, чем на 300 миллионов превосходит мы сейчас среднее значение за последние 5 лет. И поскольку не предусматривается никаких изменений в редакции вот этого соглашения, то есть не нужно говорить о том, что вместо прошлого снижения на 1,8 сейчас регионы решат то, что нужно снизить добычу в большем объеме, там на 2,5 или на 3. Нет, конечно же. Эти параметры пересматриваться не будут, поэтому я уже могу сделать вывод о том, что продление этого контракта до марта не приведет к существенному изменению баланса, который, конечно же, сейчас, да и не только сейчас, мы уже давно его не видим в плане спроса и предложения. Перепроизводство будет только увеличиваться, предложение будет расти. ОПЕК прогнозирует то, что в отдельных регионах до конца этого года производство нефти вырастет больше, чем на 30%, и мы должны, собственно, иметь это в виду. Друзья, сегодня из локальной статистики, из локальных отчетов, сегодня данные по API, это Американский институт нефти, запасы. Но повлияет ли на рынок этот отчет, я не знаю, потому что сейчас все-таки больше трейдеров фокусируется на предстоящем заседание ОПЕК в четверг. Ну, какая-то краткосрочная реакция, может быть, и будет. Больше интереса к этому отчету будет завтра, но только тогда, когда выйдут официальные цифры. Мы, как и всегда, будем работать с целым блоком сразу статистики. Это запасы и нефтепродуктов, запасы, собственно, самой нефти, запасы бензина и объемы добычи нефти США. Учитывая то, что за прошлую неделю мы получили подтверждение от Baker Hughes, то, что количество нефтяных терминалов уже составило 720 штук, конечно же, это должно привести к еще большему увеличению нефтедобычи. Поэтому не сомневаюсь, то, что очередной недельный прирост окажется больше 15-20 тысяч баррелей в сутки. И посмотрим, собственно, за этим завтра, но к этому нужно готовиться уже заранее. Не вижу причин, чтобы отказываться от прежних коротких позиций. Напротив, уверен, то, что сейчас стоит и самое время присматриваться к продажам. Если вам нужно еще подтверждение, посмотрите на расстановку сил, на позиционирование, на которое мы обращаем внимание
в контексте той же самой пары евро-доллар. Если посмотреть контракты индикатора КОТ, это данные американской товарной фьючерсной ассоциации, комиссии, то крупные игроки, инвестиционные фонды сокращают длинные позиции по нефти уже четвертую неделю подряд. И сейчас длинная позиция находится на минимальных уровнях с ноября. То есть даже несмотря на текущее восстановление цен на нефть, несмотря на то, что оптимизм, касающийся продления этой сделки, растет, все равно очень много больших денег выходит сейчас из длинных позиций, потому что так же, как и мы, понимают, что у рынка нефти нету каких-то благополучных горизонтов и безоблачного будущего. Рынок нефти уже давно рассматривается в качестве того актива и того сектора, который относится к категории аутсайдеров. Ну, единственное, что приходится ждать нам, когда распродажи становятся более заметными. Ближайшая цель, как и раньше, это возвращение в район $50 за баррель. Я думаю, то, что это произойдет в ближайшее время. Российская валюта 56,66. В целом рубль торгуется без каких-либо серьезных изменений. Ждет, конечно же, поддержки со стороны нефти. Ну, точнее, не поддержки, ведь мы говорим про слабость курса российского валютного актива. Ждет причины, за которых придется девальвироваться против основных конкурентов. Дальше идем. Доллар, японская иена. Вчера немного восстановилась. Приятная, конечно же, динамика для покупателей доллара и лично для меня. Но вот сегодня уже снова распродажи. Причина вчерашнего локального роста – это все-таки комментарии представителей американского регулятора, которые подтвердили, что ФРС остается на пути повышения процентной ставки. Это подтолкнуло немножечко вверх доходности американских трежерис 10-леток и, соответственно, привело к локальному укреплению доллара. Еще один позитивный, я думаю, момент, который стоит обозначить. Вот очень примечательно, что я недавно начал смотреть сериал. Не буду забивать вам голову, как он называется, но там была сделана очень, услышав интересную фразу, умную мысль, действительно, что если хочется, скажем, успокоить народ, снять присутствующее напряжение, то нужно отправляться в путешествие. В данном случае, если провести эти параллели с Трампом, действительно, мы на прошлой неделе видели, насколько серьезным казался очередной скандал в его адрес по поводу разбирательства и сообщения о том, что он обращался к руководителю ФБР с просьбой замять дело связи его советника с российской администрации. И на прошлой неделе этот новостной фон стал причиной резкого обвала американского фондового рынка и тех же самых серьезных распродаж доллара. Потому что трейдеров это напугало и, соответственно, панические настроения привели к уводу капиталов в защиту. И, собственно, недолго думая, после этого Трамп отправился в мировое международное турне. И вот недавно посетил Ближний Восток, ну, буквально несколько дней назад. Вчера, к чему я это говорю, вчера мы видели, как американский фондовый рынок резко восстановился, и, собственно, причина этого восстановления – это рост котировок нефти, локально мы видели действительно внутри дня, и еще одно – то, что Трамп в Саудовской Аравии подписал несколько договоров на поставку вооружения в этот регион в ближайшее самое время на сумму в $100 миллиардов, и также еще контракт, который будет растянут на 10 лет, и эта стоимость этого контракта составляет $350 миллиардов. Соответственно, для рынка это оказалось позитивной новостью, рынок немножечко успокоился. И я думаю, что мы сегодня бы наблюдали по доллару японской иены с продолжением роста, который видели вчера. Но, как вы знаете, снова в игру вмешался форс-мажор, возможно, очередная террористическая атака, это взрыв на Манчестерском стадионе. К сожалению, еще одно трагическое событие, которое обычно тут же приводит к диссонансу, к реакции на финансовых площадках и снова повышается спрос на защиту. Но в то же время я хочу отметить то, что мы не видели повального спроса сейчас на ту же самую японскую валюту, поэтому думаю, что, может быть, этот новостной фон сойдет на нет
быстрее, чем многие полагают, и доллар сможет вернуться к прежним фундаментальным ориентирам. А этими фундаментальными ориентирами является как раз скорость заседания ФРС. В частности, завтра протоколы у нас, и я надеюсь, то, что ФРС, исходя из такого насыщенного все-таки событие подтвердит тот факт, то, что в июне мы получим очередное подтверждение в виде ужесточения монетарной политики и повышения ставки на 25 базисных пунктов. Я надеюсь, то, что доллар в ближайшее время покажет еще более существенное восстановление, и вообще рекомендую рассмотреть в рамках этой недели этот инструмент с позиции покупок и рассчитывать на то, что вся пятидневка будет завершена по паре доллар-иена гораздо выше, может быть, даже на 1,5-2 фигуры выше текущих значений. Ну, чтобы, опять же, далеко не отходить от того, что я уже сказал, пару слов про фондовый рынок. Американская фондовая секция продолжает расти. S&P, на который мы традиционно обращаем внимание, сейчас котировки 2300, можно сказать, 90 пунктов. Вот-вот снова окажемся в районе 2400 пунктов, то есть полностью уже компенсировали, отыграли снижение прошлой недели. Это хороший бычий сигнал, знак того, что мы снова идем на то, чтобы переписать очередной исторический максимум, и, как и всегда, рекомендую вам сохранить исключительно длинные позиции, потому что по-другому сейчас американская фондовая секция не может реагировать на тот фундамент, особенно долгосрочный, который присутствует, и на, опять же, с учетом тех факторов и предпосылок, которые есть, полагаю, что мы сможем добраться по S&P до отметки 2450 пунктов. Фунт против доллара. Здесь хочу отметить то, что тучи все-таки сгущаются над британцем. Эти тучи сгущаются почему? Потому что мы наконец-таки стали свидетелями того, что рынок снова возвращается к переговорческому процессу по Брекзиту. И вот последние новости касательно того, что вы помните, вот этот иск в адрес Англии со стороны Брюсселя на 100 миллиардов евро, который должен быть погашен, это якобы фискальные и налоговые обязательства Англии и компенсация ущерба за то, что Англия покинула состав валютного блока. Последний комментарий Терезы Мэй о том, что если Брюссель не пересмотрит свою позицию в отношении как раз вот этого обращения на такую колоссальную сумму, то Англия может выйти из вот этого переговорческого процесса. В общем, как мы с вами полагали, обсуждение положения того, как пройдет бракоразводный процесс между Европейским Союзом и Англией, будет довольно жестким. Ну и, конечно же, это явно не настраивает на позитив. Поэтому по фунту нужно придерживаться прежней короткой позиции, ориентироваться на более низкие ценовые значения. На прошлой неделе статистика нас не поддержала. В этот четверг будут опубликованы данные по ВВП Англии, но надеюсь, что хотя бы в этот раз обойдется все без сюрпризов, мы получим еще один триггер для короткой позиции по фунту. Европейская валюта вчера достигла 6-месячного максимума 1.1263, сейчас котировки по ниже 1.1245. Основным фактором поддержки для евро выступила жесткая критика, с которой Ангела Меркель обрушилась на Европейский центральный банк, критика тех действий, которые сейчас задействуется Европейским банком по стимулированию экономики. Ангела Меркель считает то, что именно из-за программы количественного смягчения, из-за крайне низких процентных ставок и, соответственно, тех действий, которые привели к ослаблению европейской валюты несколько месяцев назад, мы, собственно, точнее не мы, а она лично увидела ослабление показатели торгового баланса, удешевление немецкого экспорта. Ну, на самом деле, это логичные причинно-следственные связи. Но думаю, то, что Европейский центральный банк, конечно же, не отталкивался от отдельных показателей торгового баланса регионов, пусть таких значимых, как и Германия. Все-таки Европейский центральный банк решал более серьезную, насущную задачу, это потребительская активность, и пытался простимулировать показатели инфляции. И думаю, то, что в ближайшее время, как было подтверждено самим Драги, от этой политики ЕЦБ не откажется. Поэтому, как и раньше, друзья, ждем все-таки, когда же рынок остановится, когда на рынке
Будет обозначено некоторое подобие баланса коротких и длинных позиций, но не такой экстремум, как сейчас, потому что по-прежнему, как и днем раньше, экстремально высокая позиция коротких, собственно, ожиданий, то есть ожидание того, что евро будет снижаться. И как я отмечал, что на конце прошлой недели, что в понедельник, при таких настроениях краткосрочно можно спекулировать на рост, но быть готовым к тому, что слом рыночных настроений может произойти. Если он случится в ближайшее время, он будет серьезным, с возможностью очень резкого отката европейской валюты. Из других валютных пар доллар-канадец достиг, кстати, отметки 1.35, сейчас котировки даже еще ниже, 1.3481, и как я говорил вам, 1.35 это прекрасная возможность, чтобы встать в долгосрочную покупку по этому тету валютных активов. Австралиец 0.7495, новозеландец против доллара 0.7028. Здесь, несмотря на последний рост, все-таки больше настраиваемся на то, что эти инструменты должны слабеть. И мы увидим эту слабость, как только доллар все-таки вернется к прежнему растущему тренду, потому что только слабость американцев в отношении этих активов стала причиной их роста. Но эти тренды недолговечны. Из важных событий сегодняшнего дня: слушание по инфляции в Англии в 13.00 по Москве, в 16.45 индекс активности в сфере услуг США, ждем поддержки для доллара, и в 23.30 статистика от Американского института нефти по API, по запасам. Кодовое слово на сегодня — инфляция, величина бонуса на пополнение 15%. Как получить этот бонус? Ну, собственно, как и всегда, нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять его на кодовое слово. Друзья, на этом, собственно, все. Остается пожелать вам только хорошей торговой сессии, хорошей торговой недели. Я буду держать вас в курсе всех событий, которые происходят. Следующая встреча у нас, как и всегда, по плану, завтра в 9.30 по Москве. Всего доброго, до свидания.